Капустина. А сейчас я хотел бы предоставить слово одному из друзей нашего фестиваля, Андрею. Пожалуйста, Андрей. Спасибо большое. Добрый вечер еще раз. Меня зовут Мозли Андрей. Я с хорошей новостью. Ну, во-первых, я пришел и поздравить всех нас, всех участников, благодаря упорству, долготерпению, труду нашего Евгения Прокошина и Ольги Магомедовны Новиковой, что уже шестой раз мы имеем уникальную возможность слушать такую многожанровую музыку от Рахманинова до современных композиторов. И вот хорошая новость. Ассоциация лауреатов международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского награждает почетной грамотой дипломанта Московского конкурса «Новые имена», лауреата конкурса «Дни Бетховена в Москве». Но можно много тут сказать. Дипломату международного конкурса камерных ансамблей, фортепианных дуэтов имени Шостаковича, виолончелисту Прокошину Евгению Евгеньевичу за большой личный вклад в развитие отечественной культуры и музыкального искусства, участие в культурно-просветительских акциях и популяризации классического музыкального наследия. Президент ассоциации, народный артист Российской Федерации, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Владимир Петрович Овчинников и генеральный директор, заслуженный работник культуры Андрей Михайлович Щербак. Поздравляю вас. Есть такая шутка, но, может быть, она неудачная. На чем бы эти Моцарты играли, если бы не было настройщиков роялей? Наших концертмейстеров, аккомпаниаторов. Очень сложно. Я сам от себя скажу. Я закончил музыкальную школу с отличием по классу фортепиано. И виолончель я никогда недооценивал по достоинству до встречи с творчеством этих уникальных людей. Я всегда считал, что виолончель, ну, на третьем, как минимум, там, на четвертом, после скрипки, альта, перед контрабасом, где-то какая-то звуковая краска должна быть. Но чтобы она звучала сольно, это гениально. Ну и, конечно, с такой же формулировкой почетная грамота вручается дипломанту музыкальных конкурсов и фестивалей, участнику фестиваля бессменному музыки для виолончели современных композиторов имени Петра Ивановича Юргенсона, концертмейстеру, аккомпаниатору, солистке, пианистке Новиковой Ольге Модестовне. Я чуть-чуть пишу и пописываю, я написал такое, ну это буквально на коленке, замечательному и восхитительному фортепиано-виолончельному дуэту Евгению Прокошину и Ольге Новиковой посвящается 1 марта 2019 года. Евгений и виолончель отрада, пусть в этот первый вешний день вам будет словно как награда та женщина, что с вами рядом, аккомпанирует сейчас. Олечка, как много Бог вам дал, вы радость дарите в любую непогоду. Я поднимаю свой бокал за вас, за милые создания природы. Спасибо за ваш труд. Друзья, ну раз вы уж упомянули о сольной виолончели, у нас уже прозвучало сочинение Джованни Солима, сольное. Вот. А сейчас прозвучит небольшое сольное сочинение, опять же, испанского каталонского композитора-виолончелиста Гаспара Касадо. Надо ведь нам добавить в сегодняшнюю природу чуть-чуть больше жары, огня Испании. Итак, финал соната для виолончели соло, интермеццо и испанский танец Гаспара Касадо.